Чтобы быстро восстановиться после празднования Нового года, придерживайтесь золотого правила трех шагов. Это сон, вода и воздух. Сон – это самая простая и естественная функция ремонта и восстановления организма и даже психики. Поэтому первое, что нужно сделать после праздников – хорошенько выспаться. Второе. Если вы употребляли большое количество алкоголя, то ваш организм обезвожен, и вам необходимо пить как можно больше воды. Сделайте один или несколько дней разгрузочными. Это очень быстро вас восстановит. А при похмелье рекомендую любой адсорбент. Старый добрый активированный уголь в помощь. Одна таблетка на 10 кг. Лично я раньше употребляла целую пластинку, но я тогда и весила больше 100 кг. Третье. Прогулки на свежем воздухе, а лучше в сочетании с легкой аэробной нагрузкой, прекрасно восстановит ваше самочувствие. Будьте разумны и веселых вам праздников!